Салют, друзья! Итак, день батла сельхозников настал, как я и обещал вам. Итак, так, ключи пока уберу. Как они там говорят-то? Не диджей-то. МС, справа представься. КМС-ША-5-115, Евро-3, Bosch без электроники, 12-го года под заказ для Александра Росатнано. МС слева представься. КМС-ША-5-115, 17-го года, Евро-4 Common Rail, полная электроника, коробка 74-я. Вот так-то. И все. Вот. Итак, все у нас... Все представились, поехали. Видео вы много видели про МС слева, про него вы видели. Куча. Теперь вот, наконец-таки, машина готова. Не готовы только документы. И вот сейчас я вам его заведу. Сравните, посмотрите. То есть у нас кузов здесь стоит новый. Вот, полный капитальный ремонт. Разбирал с дорамой. В состоянии рамы я вам тоже его фиксировал. Вот. Также показывал с открытым, ну, с поднятым кузовом. Вот так, то есть в большей степени только в этом году, ну сколько, около 3-4 машин, даже, наверное, 5 именно сельхозников, да, забирали. То есть это как самая, так скажем, распространенная модель. Ну, это вот конкретно моя спецификация. Это КАМАЗ-615 под что-то. Это Евро-2 Язда, это Евро-3 Bosch, это коробка 54, это коробка ZF9, это конкретно моя спецификация, это под заказ. То есть клиент Александр, не приезжая в город Челны, смотря меня давно, или может какими-то другими каналами он меня знает, с, там, сетями как-либо по-другому, то есть он заключили договор, то есть сказал, вот надо, я говорю, да, как раз-таки процесс мы начали, и... Делали договор, оплатил он предоплату по безналичному расчету 500 тысяч. И вот, так скажем, мы начали весь этот процесс. Вот, теперь машина готова. То есть была большая просьба все-таки до 20 чисел июня это успеть. У нас сегодня какое 7 число. То есть машина фактически готова, осталось только даже за документов. Будем думать, что на следующей неделе они будут готовы. И вперед, ну, мы успеем к сроку. Вот. Вот. Такое вот видео. Естественно, обязательно будет видео с клиентами. Итак, пожалуйста. Евро-3 Bosch. Евро-4 Common Rail. Итак, 54-я коробка. Тут тоже 54-я коробка. Все остальное, как вы видите, идентичны. И там спалка. Да все просто один в один. Просто один в один. Просто 17-й год, 12-й год. Разница в цене. Все-таки наличный расчет. Вот этот у нас стоит в среднем 2800 со всеми скидками. Здесь 2250. Разница тоже. Просто этот нужен всем по наличию. Этот нужен не всем. Вот как-то так. И вот эта машина как Камри. Ее можно будет продать... Потом, опять же, за чуть ли не за свои же деньги. Вот. Вот так, друзья. Вот так. Кто бы мог подумать, что уже, как и у Камри, больше важны не год, а больше важен все-таки уже, так скажем, если в случае Камри какой кузов, то тут какой двигатель. Вот вам и пожалуйста. Ну, естественно, состояние, куда мы без него, ну, как бы там ни было. У нас единственное отличие, мы видим по дискам, да, и вот кузов тут как бы, вот конкретно новый, да и там новый, просто уж он чуток в использовании, а это вообще без использования. Вот. И там... Так. Фаркоп вроде как у нас должен стоять, да? Надо по спецификации посмотреть. Вроде как должен. Есть откуда снять, да? Ну, вот так.
И не могу не сказать, естественно же, про прицеп, он тоже еще один остался. Ну что, друзья, наверное, на этом буду завершать. А, нет, как уже завершать? Давайте пойдем и сделаем видео, как он заводится. Как иначе? Как иначе, друзья мои?